Первый раз за всю зиму приехали в сад откопать дорожку и набрать снега в бочку. Снег высокий, еще недавно выпадал. За всю зиму не ступала нога человека. А у соседей все расчищено. Она тут живет с собакой. Высота снега где-то 0,5 метра. Я вот откопала, тут вот мелисса. Так вот она и замерзнет, если еще холода будут. Придется снова закидать снегом. Высокий снег. Еще откапываем. Здесь виноград. Засыпан полностью у домика. Пусть так и остается. Само будет таять. А вот эта бочка, хотели ее наполнить снегом, но думаем, что еще успеем. Долго он еще таять будет, будет время. Прочистили только дорожку вдоль всего сада, а это так и останется нетронутым. Никого нет. Одни мы ходим тут. Снег сыпучий. Вот это абрикос. Была двухлетка. 2 года растет. Значит, ему 4 года. Я хочу, чтобы он зацвел в этом году. Абрикос хабаровский. Вот нижняя веточка у абрикоса со шпорцами, так что там, может быть, цвет будет. А наверху шпорцев нет. У соседей снег накидан 1,5 метра высотой. А у нас равномерно все, 0,5 метра.